сегодня в программе. Чего? Голые бегали. Давай мы сейчас тоже разденемся, будем голые бегать. В наших традициях нет этого. Сначала сын покинул семью и выбрал невесту, не советуя с родителями. А теперь и дочь отправилась по его стопам. Как дальше жить, отец большого восточного семейства просто не понимает. А вдруг что бабуль подала? За 30. Я только тогда узнала, что 30 тысяч цена того дома, который вот этот вот племянничек ей заплатил. Бабушка, сделавшая щедрые подарки своим внукам и племяннику, теперь рискует оказаться на улице. Просто для некоторых членов семьи ее доброта показалась весьма сомнительной. С какой стати я должна... Кто-то за меня должен распоряжаться моими деньгами. Это деньги моих родителей. Они должны принадлежать мне. Что за комиссия создатель быть взрослой дочери отцом? Когда были написаны эти строки, воспитывать детей было куда проще, ведь современные дочки требуют норковые шубы, машины и 1100 в месяц на карманные расходы. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Заявитель Рунак Мусхарян подает в суд заявление с требованием об объявлении себя полностью дееспособной. Заинтересованное лицо Шакро Мусхарян, отец девушки, с заявлением не согласен и считает, что его 16-летняя дочь попала под влияние старшего брата. Значит, в прошлом году я закончила 10 классов, собиралась, как обычно, в 11 класс закончить школу, а тут, оказывается, я уже не буду учиться. Папа забрал мои документы из школы и сказал, что хватит мне образования 10 классов. Все, я тебе подобрал мужа, все, выйдешь замуж, нарожаешь мне внуков и хватит тебе уже. Ну, вы понимаете, да? Ну, я, конечно же, против, потому что, ну, какие внуки могут быть 16 лет? Я вообще-то учиться хотела, я вообще замуж не хотела еще минимум как 5 лет. Я хотела отучиться, получить образование, устроиться на работу, а потом уже и думать о замужестве. Но мне ничего оставалось делать, как убежать из дома. Я убежала в Екатеринбург, брат у меня там, старший брат живет, рассказала ему всю историю. Он меня принял, сказал, что хорошо, все, живи у меня. Позвонил родителям, сказал, что я у него буду жить. Ну, тут все родители и родственники все вместе приехали, чтобы вернуть меня обратно домой. Я не знаю, конечно, как брат отстоял меня, но ему удалось, так что теперь я живу у него. Я получила дупликаты документов о том, что я закончила 10 классов и устроилась в вечернюю школу в 11 класс. Помимо этого, я работаю в кафе у брата поваром. И также я снимаю жилье, однокомнатную квартиру у жены родственника брата. И так как я являюсь полностью самой обеспеченной, я бы хотела, Ваша честь, чтобы суд объявил меня полностью дееспособной на основании статьи 27 Гражданского кодекса Российской Федерации, несмотря на отказ родителей. Пожалуйста, заинтересованное лицо, я вас слушаю. Ваша честь, простите меня за мое эмоциональное состояние. Очень сложно говорить, когда две беды обрушились сразу. И с одной стороны, хочу сравнить, мой корабль столкнулся с национальными традициями об айсберг эмансипированных молодых людей. А с другой стороны, я похож на командира из военчасти, который сбежал солдат. Она что сделала? Она полностью попала под влияние своего брата. Она сбежала из дому. Мы с матерью ждали целых 2 дня, а вечером смс-ка пришла, что, мол, не ищите, она у нас, мы с вами свяжемся. Вы представляете, в наших традициях очень сложно в короткий промежуток рассказать о национальных наших традициях, сложная история курдского народа, и чтобы сохранить целостность народа, в каждом народе есть свои традиции, свои обычаи, которые непонятны для других национальностей. И она все это нарушает. Конечно, дико для вас, может быть, звучать на свадьбе жених, например, на курдской свадьбе жених бросает огромное яблоко с 4-го этажа на голову невесты, и она должна поставить голову и яблоко, чтобы попало. Для вас это дико. Она избежала. Фактически наш процесс похож на то, что она убегает от того, чтобы... Нет, я не должна. По традициям я нарушаю ваши традиции, я не хочу поставлять. Ты не можешь нарушать. Вот скажите, пожалуйста, а потерпеть немножечко? Она встретит обязательно человека, выйдет замуж. Ваша честь, позвольте мне немножко не согласиться. В
наших... Я понимаю вас, но поймите и меня, в наших традициях, чтобы дочку убежала из дому, и ты еще смотришь на меня, чтобы дочка в суд подала на отца. Я поняла. Пожалуйста, органы опеки, я вас слушаю. Ваша честь, конечно, нелегко было разобраться во всей этой ситуации, тем более, знаете, учитывая то, что они живут в России всю свою жизнь, и при всем при этом наши сотрудники столкнулись, знаете, с каким-то временем инквизиции. Настолько жестокие, я даже сказала бы, у них устои, настолько у них строгие вот эти вот обряды какие-то, понимаете? То есть очень было сложно. Не какие-то, а это конкретно их национальные, да, обряды. Да, давайте между родителями и детьми там очень все очень строго, и действительно придерживаются таких, скажем, ну, я не знаю, даже патриархальных даже каких-то вот, вы знаете, методов, что сказал папа, вот как сказал, так и должно быть. Не... А папа опирается на традиции и обычаи. Папа не себя берет. Возможно, возможно. Но вы не забывайте, что дочь живет совершенно в другое время, в которое вы уже, ну, наверное, не догоняете, что ли, так, если как молодежь на сегодняшний день говорит. Но сейчас разговор идет не об этом. Конечно, органы опеки, вот в силу того, что девочка очень самостоятельная, девочка, значит, полностью обеспечивает себя, имеет стабильный доход, значит, снимает ту квартиру, ту, которую она на состоянии сегодня оплачивает. Действительно, эта квартира не очень дорогая, тем более занимает у родственников своего брата старшего. И, конечно, органы опеки не возражают против эмансипации. Но самая главная причина именно в этом, то, что она уже боится своего отца. Вы понимаете, она не хочет никоим образом возвращаться в свой дом. Мало того, что это уже время упущено и ушло, но она боится. Ваше заключение, да, через судебного пристава. И вами девочка заявлен, достойна, да, того, чтобы вами заявлен свидетель с вашей стороны, да? Да. Да. Пригласите, ваша пожалуйста. Ваша честь, я бы хотел передать вот постановление, когда мы вот с да, простите, дело. Пожалуйста. Да. И пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-заявительницы. Свидетель заявителя, пройдите. Это она все под свое влияние попала. Здравствуй, отец. Она еще мала, чтобы что-то из себя представляла. Простите, простите, пожалуйста. Ну, вы же говорите, что мужчины вольны встать в любой момент и уехать. Пожалуйста, я вас слушаю. Я пришел сюда сегодня, чтобы помочь защитить свои права своей сестры. От отца защитить. Пап, подожди секундочку. Дело в том, что несколько лет назад я прошел через те трудности, с которыми сейчас столкнулась моя сестренка. Я в 18 лет поступил в университет, встретил девушку. Как отец только узнал, что я хочу на ней жениться, через неделю он приехал ко мне в университет забирать документы, он мне нашел невесту, вместе с которой дают в подарок 300 голов баранов. Будешь, говорит, шерсть и мясо в Россию возить. Хорошая перспектива. Рядом с ним всю жизнь петрушку продавать на рынке с кинзой. Естественно, я как-то был против. Я хотел доучиться, получить высшее образование. Слава богу, с чем я очень благополучно справился. Но для этого мне пришлось уйти из дома. После этого он мне даже здравствуй не говорит. У него два внука, два пацана, близнецы. Он их даже на фотографиях не видел, в дом меня не пускает, с женой моей не знается. Когда сестра обратилась за помощью, я прекрасно понял, что и как происходит. Я не знаю, любит ли будущий муж мою сестру или нет, но я не хочу, чтобы в том случае, если она осталась с ребятишками, с моими племянниками на руках, чтобы у нее был тыл, чтобы она могла кусок хлеба заработать сама. Я ушел из дома, я из дома ничего не взял. Худо-бедно, папа, я заработал на малосемейку. Да, небольшой свой бизнес открыл. Продолжаю работу в училище, педагог-психолог, я по образованию. Алмаз, ты с иронией относишься, говоришь, папа нашел мне бизнес с баранами. Это одни традиции. А если подойдем вот в Америке, штат Калифорния, запрещается облизывать лягушек. Мы удивляемся, папа, говорим, запрещаемся. А почему? Папа, у вас за всю жизнь голые бегали. Давай мы сейчас тоже разденемся, будем голые бегать. В наших традициях нет этого. Мы четко придерживаемся определенных традиций. Очень сложно, очень я сложно. Я их, эти традиции, соблюдаю. Наруши. Свидетель стороны. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. А звук, что бабуль подала? За 30. Я только тогда узнала, что 30 тысяч цена того дома, который вот этот вот племянничек ей заплатил. Бабушка, сделавшая щедрые подарки своим внукам и племяннику, теперь рискует оказаться на улице. Просто для некоторых членов семьи ее доброта показалась весьма сомнительной.
С какой стати я должна... Кто-то за меня должен распоряжаться моими деньгами. Это деньги моих родителей. Они должны принадлежать мне. Что за комиссия создатель быть взрослой дочери отцом? Когда были написаны эти строки, воспитывать детей было куда проще. Ведь современные дочки требуют норковые шубы, машины и 1100 в месяц на карманные расходы. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав в порядке особого производства заявление заявительницы, опросив заинтересованное лицо, также заинтересованное лицо представителя органов опеки и попечительства, опросив свидетеля со стороны заявительницы, проведя процесс с участием прокурора, рассмотрев все представленные документы, заявление об эмансипации несовершеннолетней удовлетворяет и выносит решение об объявлении 16-летней заявительницы полностью дееспособной. Суд объявляет несовершеннолетнюю полностью дееспособной, потому что она достигла возраста 16 лет, имеет постоянную работу по трудовому договору, который позволяет ей самостоятельно обеспечивать себя. Суд разъясняет несовершеннолетней заявительнице, что теперь, после объявления вас полностью дееспособной, вы не только будете иметь в полном объеме гражданские права, а также будете иметь в полном объеме и обязанность исполнять гражданские обязанности. В данной ситуации федеральными законами установлен так называемый возрастной ценз. Так, только по достижению 18 лет вы будете иметь возможность исполнять права и обязанности по федеральному закону о воинской обязанности и воинской службе. Также только по достижению 18 лет вы в полном объеме приобретете права в соответствии с законом о порядке въезда и выезда на территорию Российской Федерации. Также вы приобретете соответствующее право на заключение брака в соответствии с правилами части 1 статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации. То есть эмансипированные несовершеннолетние по достижению 18 лет не имеют права на приобретение оружия, не призываются на военную службу, а также без согласия не выезжают на территории Российской Федерации. Суть эмансипации заключается в том, что эмансипированные несовершеннолетние без согласия родителей вправе совершать все гражданско-правовые сделки и нести самостоятельную ответственность по этим сделкам. Я объявила вас полностью эмансипированной дееспособной. Благодарю органы опеки и попечительства за участие в судебном заседании. Благодарю вас за то, что вы приехали на данное судебное заседание. Благодарю вас за то, что вы приняли участие. Суд огласил свое решение. Дело закрыто. Решение суда. Исковое заявление удовлетворить. Сейчас для меня самое главное – это закончить 11 класс, поступить и закончить высшее образование, и потом уже устроиться на работу. Мир рушится, когда рушатся устои. А устои рушатся, когда дети перестают слушать родителей. А сыну я хочу сказать: сынок, если ты не будешь слушать меня, ты будешь слушать заводской гудок. А теперь вернемся в зал суда. Истец Раиса Портнягина и представитель истца Анна Подзирей считают, что бабушка продала свой дом по заниженной цене. Ответчик Николай Семенов уверен, что продавец с покупателем вправе устанавливать любую цену. Я бы хотела, чтобы этот договор купли-продажи был признан недействительным, потому что этот договор, я считаю, заключен просто вот, он обманул как бы человека, старого немощного человека, который не совсем понимал, что делал. Это бабушка, но она не родная мне бабушка, но как бы я считаю, что она мне самая родная. Вот. Дело в том, что по этому договору ее племянник Николай купил у нее дом, великолепный дом в Тульской области, где сейчас вот эти вот участки разлетаются, как вот жареные пирожки народ их раскупает на даче, от 500 тысяч до 1,5 миллиона. Там вот газета есть, там все это прописано. Он этот дом купил за 30 тысяч рублей. Дело в том, что я вот как бы еще раз повторю, что бабуля моя, человек как бы такой, они все время жили очень оторванно вообще от мира. Когда у нее умер муж лет 25 назад, она вообще как-то так отстранилась от людей. Газеты, журналы, книги, там, я не знаю, какие-то вот телевизоры, радио, это все вот от дьявола, она от этого всего открестилась и как-то очень так автономно жила. Все вот, скажем так, обеспечение и какой-то вот...
не знаю, социум какой-то обеспечивал ей все сын. То есть покупал продукты, дрова, получал пенсию. Она вот и денег-то, в общем-то, в руки-то не брала. И вот 25 лет она все еще живет вот тем миром советским, когда еще вот это все цены, вот эти копеечные и так далее. Вот. И тут, когда сын вот ее скоропостижно умер, а мы дружили, и вот встретились уже с Бабраем на похоронах. Она говорит, останусь я жить в деревне. Ну, как-то не городской я житель, буду там. Ну, думаю, ладно, и как-то поможем, пускай остается. Прошло 2 недели после похорон. Открываю дверь, стоит Бабрая моя. Говорит, не могу, говорит, душа у меня там не лежит, не могу я жить в том доме. Продала, говорит, я его хорошему человеку. Поживу я с вами. Ну, конечно, живи. Да нет вопросов. Дала она, значит, по 10 тысяч мне и брату. Говорит, ну, а остальные я как бы себе оставила. Ну, я не спрашивала. Ну, дала 10 тысяч. Сколько дала, столько дала. Мне вообще ни копейки не надо было. Прожила она, в общем-то, у нас как бы, ну, нормально прожила. Мы там комнату ей выделили. Все нормально. Ну, не может она в городе. Ну, вот представьте, да, всю жизнь человек в деревне, на земле. А тут она боится вот к окну подойти высоко. Боится на улицу выйти, там машины, там вот все. Лифт, это для нее вообще ужас. А тут вообще была такая ситуация, в общем, сложилась, которая, ну, вообще просто ужас. Я выхожу на кухню, она плачет. Я говорю, что случилось, бабуль? Она плачет, говорит, стыдно сказать. Говорит, я, говорит, не могу в туалет сходить. Ну вот и смех, и грех, да, вот беда такая. Ну хоть, я не знаю, а, в общем-то, проблема-то серьезная, хоть скорую вызывай. Она не может в туалет сходить. Стенки тонкие, туалет рядом с кухней. Я, говорит, не могу, говорит, мне надо, говорит, на улицу, мне надо, говорит, это все вот свои дела на дворе делать. То есть, в общем-то, ситуация-то как бы аховая. И говорит, вот у меня, говорит, осталось, деточки, 10 тысяч. Я, говорит, хочу домик себе поменьше купить. Я говорю, как 10 тысяч? А за сколько ж ты, бабуля, продала? За 30. Я только тогда узнала, что 30 тысяч цена того дома, который вот этот вот племянничек ей заплатил. Пожалуйста, я вас слушаю. Я продала дом вот своему племяннику. Прожила всю жизнь в деревне, в городе, я не могу. Я хочу вернуться. Вы не волнуйтесь, пожалуйста, не вернусь, не волнуйтесь. Хочу вернуться в свой дом, в свою деревню. Здесь мне очень плохо. А простите, пожалуйста, ну вот ваш представитель утверждает, что не только вы продавали свой дом, но и очень много людей вокруг вас, как вы выразились, как пирожки, да? Очень много ваших соседей тоже продавали свои дома. А скажите, пожалуйста, вот в тот момент, когда ваши соседи продавали дома, вы что, никогда не интересовались стоимостью? Нет. А вы считаете, что ответчик, когда вам предложил 30 тысяч рублей, вы исходили из того, что это очень большая сумма? Очень. А по соотношению к чему большая? Вот можете мне привести пример с вашей точки зрения? Что стоило мало и как это мало выражалось? В чем? Ну вот, допустим, хлеб черный стоил 15 копеек, хлеб белый 20 копеек, литр молока 20 копеек. Я думаю, для меня деньги 30 тысяч – это страшно. Большие деньги. А скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, машина, ну, например, «Жигули», сколько стоит? Ну, как вы считаете? Ну, наверное, ни одну «Волгу» можно купить. А? Ни одну «Волгу» можно купить. Ни одну «Волгу» можно купить. То есть вы считаете, что, ну, там, «Волга» там могла стоить около 4 тысяч рублей, и поэтому на 30 тысяч можно было купить очень много «Волг». И вы распределили по справедливости, оставив 10 тысяч себе, исходя из того, что это очень большие деньги, и еще по 10 тысяч передали... Отдала внукам, чтобы они купили себе машину или ремонт сделали. Понятно. Так, я вас поняла. Пожалуйста, ответчик, я вас слушаю. Ваша честь, эта сделка абсолютно нормальная. Продавец и покупатель вправе, то есть договариваться о цене и по этой цене продавать. Угу. А скажите, пожалуйста, сколько земли вокруг дома? Участок 15 соток. 15 соток. То есть вы хотите мне сказать, что вот дом, находящийся в таком хорошем состоянии, да, и я могу по картинке судить, и я как бы вижу, что за ним ухаживали. Видимо, ж сын вас поддерживал, да, дом в нормальном состоянии. Скажите, пожалуйста, а там газ есть в этом доме? Проведен. Проведен газ. А, ну, я холодная и горячая вода?
Ну, холодная есть, стоит, холодная, да, вода, да? Вот дом поддерживается, он покрашен, у него, так сказать, андулиновая крыша на нем лежит. То есть, ну так вот, по моим не очень большим знаниям, но, судя по метражу, одна крыша стоит больше, чем вы заплатили стоимость. Так вы знаете, я вместе с ее сыном помогал им устроить все это дело, поддерживать помогал дом. Помогал ты строить? Да, что? Специально туда приезжал, смотрел, насколько бабка плохая, чтобы потом обуть ее. Нет, вот давайте так, вот. Давайте так, давайте вы без мотивов все-таки будете, ладно? Хорошо, скажите, пожалуйста, ответчик, истцом в дело представленной оценка рыночной стоимости аналогичного объекта в этом местоположении при 15 сотках земли. Вы как расцениваете стоимость, которая там установлена? Ну, в принципе, там за 800, за миллион можно купить и двухэтажный дом. Угу. Двухэтажный продают дома. Угу. Вот. На 15 сотках? А деревянный дом? Ответчик. Мы сейчас вам, вы мне сейчас про ленточный фундамент, я вам про другой, про песчаную подушку, про андулиновую крышу. Мы с вами сможем поговорить, какой краской красили, все дело не в этом. Истец представила свое заключение о рыночной стоимости аналогичного объекта в этой местности при 15 сотках земли. Где ваше заключение стоимости дома? Я его не делал. Что вы сделали? Я его не делал. Почему? Стычек, ну вы что считаете, что вы придете в суд и вот так вот скажете, ну вот мы так договорились, и на этом все? Ну, договор купли-продажи же есть. Договор, конечно, это святое, но не всегда. А суд удаляется до принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. С какой стати я должна... Кто-то за меня должен распоряжаться моими деньгами. Это деньги моих родителей. Они должны принадлежать мне. Что за комиссия создатель быть взрослой дочери отцом? Когда были написаны эти строки, воспитывать детей было куда проще. Ведь современные дочки требуют норковые шубы, машины и 1100 в месяц на карманные расходы. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования со возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяет и признает договор купли-продажи дома недействительным. Суд возвращает дом в собственность истцы, а полученные ею от ответчика денежные средства суд обращает в доход Российской Федерации. Суд признает договор купли-продажи дома недействительным, потому что истица заключила данный договор вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях. А именно, после смерти сына, оставшись в одиночестве, она находилась в подавленном состоянии, не могла одна оставаться в своем доме, нуждалась в заботе и внимании близких людей, поэтому истец приняла решение о продаже дома и переселении к родственникам. В силу возраста истец не в состоянии была узнать реальную стоимость своего дома. Ответчик, зная о состоянии цен на недвижимость, предложил продать ему дом по цене, которая не соразмерно ниже рыночной стоимости этого дома. Таким образом, он воспользовался тяжелыми обстоятельствами в жизни истцы. При таких обстоятельствах договор считается заключенным на крайне невыгодных для истцы условиях, является кабальным и поэтому признается судом недействительным. Признав договор недействительным, суд возвращает дом в собственность истцы, а полученные ею от ответчика деньги обязывает истцу передать в доход государства. Суд разъясняет, что обращение денежных средств в доход государства является конфискационной мерой для недобросовестного покупателя. Это именно ситуация с признаком кабальности. Да, вот когда суды приходят к выводам о том, что сделки были совершены на кабальных условиях, то есть как бы по общей логике признание договора недействительным стороны расходятся, и, ну, в принципе, например, ну, как вот по общему правилу, дом покупательницы, она должна вам деньги вернуть. Но поскольку это признак кабальности, то обращается в доход в данной ситуации государства, поскольку вы с точки зрения закона являетесь недобросовестным покупателем. Поэтому
30 тысяч должна вернуть истица. И суд возвращает дом в собственность истицы. Истец-ответчики, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Исковые требования удовлетворить. Наконец-то баба Рая вернется в свой дом. А я буду ее почаще навещать, чтобы больше не было таких охотничков за ее добром. Этой Аньке просто неохота было ухаживать за старой бабкой. Поэтому она и выдворила обратно. И, наверное, заставит ее договориться с ней, чтобы она написала на нее завещание. Не верю я в любовь к старым, к пожилым людям. А теперь вернемся в зал суда. Истец, представитель органов опеки и попечительства, предъявляет иск об отмене удочерения. Ответчик Павел Шулятиков работает водителем. Считает, что хорошо воспитывают удочеренную девочку. Ваша честь, 2,5 года назад мы разрешили удочерение семье, значит, вполне благополучной семье. Это не близкие родственники и не даже друзья 12-летней Настеньки. Они были только всего лишь обслуживающим персоналом, жили в их коттедже. Так получилось, что отца девочки убили, родную мать лишили материнства. Значит, ребенок остался, скажем, без родителей. Близких родственниках на тот период, которым согласились бы опекунством или хотя бы опекунством, никого не оказалось. Так получилось, что мы сначала им дали опекунство. Они очень хорошо заботились о девочке, я ничего не могу сказать. Настенька называла его жену мамой, он был у них шофером, все казалось бы прекрасно. Но прошло какое-то определенное время, и за этот период стали поступать жалобные письма от самой девочки. Я могу зачитать то, что она пишет конкретно. «Они держат меня под замком, всячески ограничивают мою свободу, не пускают ко мне друзей, ограничивают меня в материальных средствах. Они не понимают мой мир, мои потребности. В них говорит кассовая ненависть, классовая ненависть. Они мстят мне за мое привилегирующее над ними положение, стараются во всем ущемить и унизить». Да, мы проверили, конечно, всю эту ситуацию. Очень высокий забор, куда совершенно невозможно попасть не только посторонним людям, но не друзьям, конечно, и вообще просто никому. Девочку на сегодняшний день перевели на домашнее обучение, дабы, чтобы как можно меньше у нее было общения со сверстниками, потому что очень много появилось претензий. Ко всему прочему, сама девочка категорически не хочет считаться никоим образом с мнением родителей, ну, теперь уже родители, поскольку они являются удочерителями. И, к сожалению, имея все самое хорошее, все самое положительное, которое они могут дать в воспитании своей девочки Настеньки, не могут найти общий язык между удочерителями и самой девчушечкой этой. Ну, поэтому единственным разумным, наверное, решением на сегодняшний день будет, наверное, каким-то образом, я не знаю, отменить удочерение. Самое главное, что сама Настя никак не хочет на сегодняшний день. Конечно, ей сейчас 15 лет, это переходный возраст. Мнение у девочки меняется буквально в день по несколько раз, но, тем не менее, слушать ее мнение, ну, конечно, хорошо, она-то сама знает, что такое будет отмена удочерения. Не поняла, что? Она, девочка, сама понимает, что значит отменить удочерение. Вы знаете, по-моему, она не очень это понимает, но ей очень хочется. 15 лет, знаете, они все хотят быть эмансипированы вплоть до этого. Вот это единственное, что я могу сказать. Но, вы знаете, как, может быть, даже и наша была какая-то ошибка, что действительно, в общем, социально они очень все разные, понимаете? Да, это была богатая, обеспеченная семья. И ребенок ни в чем не нуждался при своих родителях, биологических родителях. И, конечно, как скажем так, и образ жизни и восприятие мира, наверное, все-таки у всех разное. И на сегодняшний день ребенок вступил вот в эту вот, скажем, переходный вот этот возраст, и находясь в гимназии, где в той гимназии, в которой она училась всегда, там, скажем так, дети из обеспеченных семей. Я вас слушаю. Ваша честь, мы исключительно делали только то, что во благо дочери. Мы никогда не делали того, что ей не нравится. Но в данный момент она сейчас проходит, у нее переходной возраст. И как любой ребенок в этом возрасте, она гипертрофированно ко всему относится. Мы никогда в жизни не посягали на ее материальное положение. Она единственная наследница. Но мы до сих пор с женой проживаем в домике для гостей. А она одна живет в своем большом доме. Я каждый день возил ее в школу до последнего момента.
и давал еженедельно 2-3 тысячи на мелкие расходы. Ну, соки, чипсы, газировка. В общем, ей хватало. Но однажды она заявила, что ей нужно 10-15 тысяч. Для чего ребенку такие деньги? А в месяц это получается 60 тысяч. Не каждый взрослый сейчас зарабатывает такие деньги. А ей нужно. И я понимаю, для чего это в принципе нужно. По одной простой причине. Ее друзья, которые хотят воспользоваться богатенькой сверстницей и воспользоваться ее деньгами. Конечно же, они подбивают ее. Видимо, взяли ее на слабо. И как она один раз сказала в беседе одной, она, в общем-то, у нее еще появился парень, который зовет ее в клубы потусоваться. А в 14 лет какие могут быть клубы? Он пытался ее забирать со школы, чтобы увезти сразу отдыхать, развлекаться. И куда смотрят органы опеки? Разве можно 14-летнему ребенку вообще находиться в клубе? Ну, у ребенка сначала есть удочерители, которые должны следить все-таки за ее воспитанием. Мы об этом и беседовали. Я сразу же обрезал все эти похождения, запретил их, почему она и начала. А последней каплей вообще было то, что когда мы уехали на похороны матери моей жены, мы хотели, конечно, взять с собой Настю, но получилось так, что в воскресенье, она сказала, у них день открытых дверей, и она участвует в нем, она готовилась. И для того, чтобы не подводить людей, мы оставили ее. Тем более провели воспитательную беседу. Ну и как бы оставляли-то ее, в общем-то, на две ночки. Но пришлось вернуться раньше по одной простой причине. Нам позвонили соседи, которые вызвали еще и милицию. А Настя по уговору своих друзей устроила в доме вечеринку в стиле западных фильмов, где в каждом углу молодежь целующаяся. Алкоголь, сигареты, дым, ужасная режущая музыка, наркотики. К тому же несколько парней из их компании устроили драку с ножами прямо на улице, из-за чего соседи и вызвали милицию. И вот это было последней каплей, из-за чего я забрал ее из школы и перевел ее на домашнее обучение. И что? Разве это неправильный был поступок? Разве нормальные родители бы не поступили так же? Знаете, и их бы не лишили родительских прав? К нормальным прав. Родителям совсем другое отношение. На сегодняшний день вы являетесь удочерителями, к вам другой закон применяется, понимаете? Да неправильный закон. Тем более это закон. На сегодняшний день появилась близкая родственница, понимаете, которая, это сестра отца девочки, которая совершенно не против, и она хочет заниматься и воспитывать девочку. Поэтому, ваша конечно, честь. Раз ваша... вы недостойны, скажем так, ребенок не хочет быть с вами вместе. Ну что делать? Ей уже 15 лет, она ваша может честь. Сама решать. Я хочу сказать об этой сестре. Эта сестра, в свою очередь, в свое время, вместе с вместе с женой моего и покойного хозяина, и, как сказать, она бегала по клубам. Они пробовали, в общем, все наркотики, какие только можно было. Из-за чего Настина мать, в общем-то, как бы и попала из-за этого. Но Настин отец в свое время оградил ее и увез ее за границу, поместил в специализированную клинику, где она находилась до последнего момента. А тут, видите ли, всплыла. Но, к сожалению, мы этого не знали. Мы пересмотрим свое, в общем-то, может быть, мнение. Проанализируем всю эту ситуацию в семье. Что делать? Кстати сказать, дай и бог, чтобы... А вдруг она излечилась, слава тебе, Господи. Хотя обычно это не бывает, но, тем не менее, мы пересмотрим свое мнение. Такому человеку вы хотите доверить ребенка? Знаете, от слова «хотеть» и, к сожалению, бывает «вынуждены» — это разные вещи совершенно. Будьте добры, пожалуйста, мне свидетельство о рождении, ваше свидетельство о браке, решение суда о... также справка. Да, о проведении удочерения. Так, вы просили несовершеннолетнюю. Да, пожалуйста, саму Настю пригласите, пригласите, пожалуйста, в зал третье лицо. Третье лицо, пройдите.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Булыгина Анастасия Викторовна. Анастасия Викторовна, вот прежде чем вы начнете выступать, я бы хотела, так, знаете, чтобы обид никаких не оставалось. Вы знаете, я, наверное, склонна удовлетворить иск органов опеки и попечительства, руководствуясь тем, что изложено в вашем заявлении, в ваших письмах. Поэтому после окончания судебного заседания вы вместе с представителем органов опеки и попечительства первоначально будете размещены в детском приемнике распределителя, а в последующем, через какой-то период времени, вам будет определен определенный детский дом, в котором вы будете находиться до достижения вами совершеннолетия. К сожалению, за этот период времени, поскольку у вас сейчас отсутствует опекун, то вы не сможете распоряжаться имуществом, которое вам принадлежит, включая денежные средства. А любые ваши траты по мере необходимости, которые вам будут необходимы в виде карманных денег, там, приобретения какой-либо одежды, вам придется каждый раз писать заявление через руководителя детского дома, обращаясь к органам опеки и попечительства, которые будут рассматривать это заявление, и только после того, как они согласятся с вами и с вашими воспитателями, что эти деньги вам нужны, эти деньги вам будут выделяться. Хорошо, я понимаю. Я не могу больше жить с этими приемными родителями, которые меня совершенно не понимают. То есть вы хотите сказать, что вы готовы еще на 3 года поехать жить в детский дом? Школа-интернат. Вы готовы? Вы знаете, кто там живет? Ты этого хотел? Ответчик, я вас... Что тебе не хватает? Я хочу уехать со своей тетей в Голландию. Куда вы поедете? С какой Голландию, нет, простите, вы меня не услышали. Вы поедете первоначально в детский приемник, да. Распределитель. Никто вас ни в какую Голландию, простите, не отпустит. С какой стати я должна это сделать? Вы мне не скажете? Но я почему должна депортировать вас с территории России некому усыновителю, который проживает в Голландии? Скажите мне, пожалуйста. Потому что это моя родная тетя. Я вам отвечаю, этого не будет на 98%, верьте мне. К тому же она наркоманка. Ответчик, выведите, пожалуйста, ответчика из зала суда. Все, пока до оглашения решения вы будете находиться там. Это неправда, он у нее наговаривает. Еще она раз. Совершенно адекватная. Еще раз, я же не говорю, вы послушайте, но это же ваша судьба. Так что ты думай. И очень хорошо подумай. А сейчас приемник-распределитель. Так, да. Думаю, что на месяца 4. А потом на школа-интернат. Может быть, даже. Который вы не сможете покидать, вы не сможете встречаться с вашими приятелями, вы не сможете дружить с вашим мальчиком, да. Вы забудете о вечеринках, вы забудете о карманных деньгах в размере 10-15 тысяч рублей, забудете просто об этом. И каждое ваше денежко, которое вы захотите потратить, вы должны будете писать, еще обосновывать. Выделите мне, пожалуйста, потому что мне нужно то-то, то-то и то-то. И пока ваши воспитатели это подпишут, и пока быть. Это все идет в органы опеки и попечительства, и пока там соберется комитет, чтобы все это рассмотреть. С какой стати я должна... Кто-то за меня должен распоряжаться моими деньгами. Это деньги моих родителей. Они должны принадлежать мне. Они вам принадлежат, только вы ими распоряжаться не можете. До 18 лет. Но мои приемные родители ничем не лучше. Они держат меня в заперти. Нет, подождите. Ваши приемные родители, ну как вам сказать, они делают столько, сколько они могут сделать. Вот они такие, не какие-то, они вот такие. И они посчитали, когда они увидели происходящее на вечеринке, и вы хотите меня убедить, что это нормально. Ну, подумаешь, там несколько мальчиков с ножами. Да так, ерунда, ненормально. Ненормально. И они сделали то, что, наверное, сделали бы любые любящие родители. Они постарались вас оградить от этого. Оградить. Если соседи этого... завели уголовное дело уже на вашу драку там, как это, о чем это говорит? Думайте. Да думай, думай. Подумайте, пожалуйста. Да, шуба, конечно, хорошо. Причем третья, наверное, шуба, а не первая, правда? Хорошо. Я считаю, что, простите, ваш папа не производит на меня впечатление человека, вполне с которым нельзя человек. Договориться. Ну, они к вам по-доброму. Ну, вы тоже-то проявите доброту по отношению к ним. Ну, вот столечко доброты проявите. Я уверена, что вы договоритесь.
Но такой же опекун есть, моя тетя. Не, ее не назначат опекуном, вы не слышите. Она еще не обращалась даже к нам, извините, с заявлением о том, что она хочет быть опекуном. Как я могу исходить из будущего, когда даже заявления нет? Вот как я могу из будущего исходить? Обратите внимание, это ведь органы опеки на основании вашего заявления. Да. А в принципе, если ваша тетя хотела бы заниматься вашей судьбой, это она должна была бы обратиться в органы опеки, требовать отмены усыновления и назначения ее опекуном. Почему вы? Почему не она? Потому что она мне пообещала. Я ей верю. Ты понимаешь, в чем дело? Что настолько хороши твои родители, сами по себе удочерители теперь. Она настолько переживает за твою судьбу. Понимаешь, что узнав о том, что ты сейчас будешь в суде и давать против нее показания, ее сердечный приступ хватил. Неужели тебе не жалко? Ты ее все время называла мамой. Ну как же так? Сердечный приступ. Так, пятый раз. Предпринимаю пятую попытку. Пятую предпринимаю попытку. Чтобы не чувствовать себя виноватым и в ужасе по ночам не просыпаться. Я вас предупреждаю, что при всех этих условиях, при том, что ваша тетя не написала заявление в органы опеки, не просила сама отменить усыновление, не обратилась с просьбой назначить ее опекуном, не пришла в данное судебное заседание для того, чтобы подтвердить свое желание, у меня нет никакой уверенности, что она абсолютно может быть назначена опекуном. При этом я понимаю, что вы отсюда не сможете уехать домой. Понимаете? Не сможете. Если примут такое решение, ты вынужден будешь поехать со мной. Приемник-распределитель. И как минимум на полгода. Ваша честь, можно как-нибудь приостановить это дело? Я хочу, чтобы с мамой было все нормально. Вот видишь, как ты хорошо. Мамой, слава тебе. Так, хорошо. Верните нашего несдержанного ответчика в судебное заседание. Они же делают все возможное, чтобы тебе было хорошо. Не надо смотреть на то, что у кого-то есть и у других. Ты думай о себе. Посмотри, сколько лет и сколько времени он уделяет тебе. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Судья Елена Дмитриева, воплощение мудрости. Суд – это то место, где доказывают. Доказывайте. Ей доверяют самое дорогое. Эта женщина, она на протяжении многих лет разрушала нашу семью. Ваша честь, понимаете меня, ну что там было разрушать? Давайте поговорим о наследстве. Ее решения всегда справедливы и понятны. А как суд может вынести решение, не вдаваясь в эти подробности, интересно? Смотрите «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой на телеканале «Мир». А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСА, представителей органов опеки и попечительства, возражения ответчиков по заявленным исковым требованиям, в том числе интересы ответчицы, представленные ответчиком по доверенности, заслушав третье лицо в данном судебном заседании, проведя процесс с обязательным участием прокурора, оснований для удовлетворения заявленных исковых требований не находит и отказывает в удовлетворении заявленных исковых требований. Данное решение суд принимает, исходя из следующего. Хотя между подопечной и усыновителями в настоящее время сложились определенные конфликтные взаимоотношения, которые связаны с тем, что они не могут найти общего языка в отношении методов воспитания, получения образования и организации досуга своей подопечной, суд, исходя из интересов несовершеннолетней, а также исходя из того, что в данном судебном заседании несовершеннолетний выразила желание и попросила суд не отменять усыновление, а в данной ситуации ее возраст является основополагающим для принятия судом своего решения, поэтому суд в удовлетворении заявленных исковых требований отказывает. При этом суд выносит благодарность представителям органам опеки и попечительства за высокий профессионализм, который был проявлен в данном деле. Суд выносит благодарность вам, потому что, может быть, вы впервые приняли осознанное, очень правильное и взрослое решение. Вам понятно, ответчик, это ваша дочь попросила не отменять усыновление. Ваша дочь. Вы знаете, в воспитательных мерах, помимо строгости, есть еще и ласка, что я и рекомендую вам, на самом деле, иногда претворять в качестве методов воспитания. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В исковых требованиях отказать. Порой и 15-летние дети, и удочерители не всегда отдают отчет всем своим действиям. Очень важно в этой ситуации найти общий язык.
Переходный возраст – это временно, а родители – навсегда.